Соединенные Штаты при поддержке союзников из ряда арабских стран во вторник совершили серию авиаударов по боевикам группировки «Исламское государство» на территории Сирии. Представитель МИД Сирии сообщил, что Вашингтон уведомил Дамаск о предстоящих ударах по исламистам. В МИД России заявили, что нанесение ударов по Сирии предполагает не формальное одностороннее уведомление Дамаска, а наличие согласия Сирии либо принятие соответствующего решения Совета Безопасности ООН. Удары проводились по местам скопления маджахедов не только Исламского государства, но и группировки Джибхат ан-Нусра, связанной с Аль-Каидой. Поражены десятки наземных целей в провинциях Рака и Алеппо. Потери понесли не только боевики экстремистских группировок. По данным телестанции «Аль-Маидин», во время рейда авиации на позиции исламистов между городами Алеппо и Идлиб погибли 8 мирных жителей.